Торговый центр «Солнечный» – один из старейших в городе Видное. Здесь можно приобрести буквально все, что душе угодно – от одежды и обуви до продуктов питания. А совсем недавно здесь открылись настоящие фермерские ряды с экологически чистой продукцией – напрямую от поставщиков. Настоящий рай для гурманов и самых взыскательных покупателей. Вот первое, что приходит в голову, когда оказываешься на фермерском этаже торгового центра «Солнечный». Представленные товары не только радуют глаз, ласкают слух приятными словами «эко», «био», «без ГМО», но и удивляют ассортиментом. Фермерские ряды – это то место, где можно найти вкусные, качественные продукты по доступной цене и в абсолютно комфортной обстановке для себя. Здесь не такой гигантский формат, как на больших рынках. Здесь уютно, близкая доступность к жилым домам, то есть это пешая доступность. До остановки дальше идти, чем до нас. Открылись фермерские ряды буквально на днях. Здесь все создано для комфорта покупателей. Удобная парковка, максимально открытый формат помещения. К тому же тут очень просторно. Фермерские ряды занимают целый этаж. Ассортимент у нас мясо, птица, также молочка, сыры, огромный. То есть и можно найти какие-то деликатесы, которых не найдешь в магазинах. Но главное, конечно, это качество представленных продуктов. Здесь как нельзя актуален тренд последних лет. Домашняя продукция, выращенная и произведенная небольшими хозяйствами, буквально вручную. Такому товару сложно пробиться на полки супермаркетов. А значит, фермерские ряды – это отличное место, где можно приобрести аутентичные, без всяких вредных добавок, продукты. В магазине часто попадаются некачественные товары в таких сетевых магазинах. А здесь все-таки, мне кажется, можно выбрать более вкусные, свежие продукты. Встречаются среди посетителей фермерских рядов и так называемые профессиональные покупатели. Алексей Сычев, занимающийся закупками продуктов для кафе, впечатлен представленным здесь ассортиментом. Есть некоторая группа товаров, которые можно купить только на специализированных рынках, там, таких как Даниловский, Драгомиловский и так далее. Так вот, я был удивлен, что здесь я встретил часть продукции, за которую мне раньше приходилось ездить на другой конец Москвы. Это очень удобно. И цена достаточно справедливая. Кстати, тут без труда можно задать любой вопрос о продукции и получить исчерпывающий ответ. Ведь торгуют в основном сами производители или их представители. Живое общение, вкусные и качественные товары, широкий ассортимент и правильная ценовая политика – вот то, что каждый желающий может найти на фермерском этаже торгового центра «Солнечный». Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.